Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. С вами, как обычно, Тутти-Фрутти, он же Жвачка, он же Мармеладка, он же Димоны, он же Димон! Ту-ру-ру. И, конечно же, Вуи. В общем-то, добро пожаловать на своевременный, слава богу, обзор на карту Beatrix Sea. Это, значит, какой оверкап? 224-й, да? Да. Проходил он с 5 по 12 декабря. Точнее, января. Прислал очень много CPM демок. В ВК3, в принципе, тоже порадовали. И давайте Дмитрий нам покажет, Дмитрий Олегович, что тут есть. Ну, старт довольно на большой платформе. Очень близко расположен старт-таймер. Ну, нам-то какая разница. Мы не делаем преджамп. Мы просто проходим карту, видим такие все текстуры, не заресетил Beatrix. Вроде дальше прыгаем, какие-то рампочки, вроде все норм, тоже кривые текстуры. На всех курвах тут не очень, конечно, не заресетил наш Beatrix, ничего. Тут, кстати говоря, клип. Да, многие, кстати, про клип этот не знали даже. Мы видим, что карта, в принципе, отражена зеркалом. Тоже вот эти вот падики. И финиш. Посередине. Он посередине? Да. Я до него пешком, получается, добегал? Походу. Я переставал стрейфить на начале этого пада. Ну ты вообще. Косячки небольшие тут. Ну чё? Все. Ну, а про Skybox расскажи нам, что тут со Skybox. А, Skybox? Skybox, он, короче, классненький такой. Где бы такого показать? Во. Вроде отсюда было. Это не в DevMap, если что. Ну, нам не нужен, наверное. Ну да, отсюда не видно ничего. От изменения угла обзора у нас то видно часть карты, то не видно часть карты. Это происходит из-за того, что Skybox не ровный квадрат, как обычно его делают, а... Он типа вот такой вот. А, он прямо по... Скаймолния, считай. Скаймолния, да. По форме карты Beatrix его выпилил, не подумав немножко об этом, якобы для оптимизации, но я не удивлюсь, что если потолок очень высокий у этого Skybox и низ очень низкий. Хотя можно проверить, кстати. Ну тут видно, в принципе, да? Призунь как-нибудь там. А, не, ну... А, ну вот я спектатора могу, кстати, показать, да, хорошо. Типа, то видно, то не видно, тут вообще пол этой курвы пропадает. Так вообще все пропадает. Очень жестко. Ну да, вот диагонально он идет. Типа... Ну можно было его сделать пониже, допустим. Чуть-чуть поуже. И все, и вот тебе оптимизация, не надо выдрачиваться с этими формами всякими, потому что работает это криво. Вот, что-то есть у тебя еще? Что у тебя есть? Нету. Давай все, все нам давай. Все выложу, и про клипы, и про финиш, и про Skybox. Ну давай тогда я расскажу про... Как минимум старт. Платформа, как Дмитрий Олегович отметил, у нас достаточно широкая. Это значит, что на ней можно сделать несколько вариантов прохождения преджампом. Правильно? Правильно. Правильно. Можно сделать либо вот такой, допустим, преджамп. Просто одним прыжком. Самый простой. Да, либо делать, как делали все топовые роуты, все топовые демки, скорее всего. Такой круг на нем наворачивать. И основная проблема, тут, кстати, вот Skybox не поленился, сделал прямо рядышком здесь, а там везде слишком широко. Ну, типа, если делаешь прям, ну, делай тогда ок. Я не знаю, ну, в общем, очень странно. И здесь основная сложность этого преджампа, большого такого по всему кругу, в том, что старт находится непосредственно сразу вот на этой линии, когда кончается пад. Поэтому нам нужно... нельзя вообще никак не задевать. Так вот даже, по-моему, читацию. Ага, ну вот.
То есть вообще никак лучше не задевать и достаточно далеко от него прыгать, и это доставляло некоторые неудобства. Далее по роутам, что у нас имеется? Мы можем пролетать вот здесь, то есть срезая вот этот угол. Но тогда, если вы очень хорошо стрейфите, если вы здесь идете, то здесь опять же у вас два пути. Можно здесь даблджампить, можно здесь. Здесь получается ближе, как бы. А сюда вы немножко дугой все равно заходите. И по идее спейсинг здесь чуть шире. Можно при большой скорости успевать сделать даблджамп. А если делать вот здесь даблджамп, то вы не будете успевать, будете сюда куда-то на начало рампы уже падать. Поэтому, если у вас был слишком сильный стрейф, есть вариант, вот как у меня ГОСТ скачет, огибать вот здесь это дело. То есть спейсинг у вас немного уширяется по зонам. При этом вы можете работать чуть лучше и по итогу получить больше скорости вот на этой отметке. То есть уже, грубо говоря, имея, проходя полкарты, вы здесь уже можете иметь гораздо больше скорости. В идеале, конечно, было бы неплохо юзать вот эту рампу, потому что здесь можно диагонально лететь и продолжать набирать. То есть вот потом не заворачивая ничего, просто через кнопку вперед, типа до сюда набрать, потом дальше набирать. Это было бы очень круто, но сюда по спейсингу, по крайней мере у меня, никак не выстраивалось. Самое эффективное, то, что у меня получалось, это по этой рампе, но вроде как тоже норм. Здесь у нас есть вторая сторона. Возможно, как-то для ВК-3, либо просто для абсолютной зеркальности карты. То есть отсюда у нас там старт, там финиш, и они абсолютно зеркальны. Далее, здесь у нас, конечно же, желательно попадать на рампу, но опять же, тут такой дрочь, что если вы слишком сильно идете, то можно вот это место перелетать. То есть, по сути, делаем прыжок на рампе, делаем прыжок где-то вот здесь, допустим, и в дальнейшем здесь перелетаем. Поэтому тоже тут для особо сильных игроков были некоторые такие свои трудности, пиксели и так далее. А для средних скиллов, я думаю, проблем тут не составляло. Просто пропрыгать. Здесь отлично это все перелетается. И дальше просто по прямой, собственно-то, и все. Но для средних скиллов, то, что я замечал по своему прохождению, очень часто падали вот сюда вот. И весь тайм засирался. Да. Да, вот Димон жизни полос. Да, это дырка. Жизнь мне поломала эта дырка. Да, ну в общем, давайте я попробую тихонечко пройти. То есть я вот так вот проходил, пытался набирать максимальное количество скорости. При этом здесь можно как бы стрейфить почти на максимум. В этом основной плюс такого роута. Плюс 32, давай. Вот примерно такой вот роут. Неплохо. Да, что-то жестко. Да, вообще что-то. Взял такой, хоба, вот вам, 14.9. Сейчас мы еще VR сделаем. Да, я думал об этом, кстати. Вдруг получится. В общем, такая карта. Простым роутом давайте я тоже попробую. Если, допустим, просто с обычным приджампом. Джамп, естественно, делаем получше. Хорошо снапим. Главное тут не перелететь ничего. Да, и вот здесь можно, в принципе, сюда идти. Можно даже, мне кажется, вот так было делать как-нибудь. Эх. Но это такое. Я уже примерно даже не представляю, как этим роутом проходить. Там как-то скорости совсем мало получается. Минус 160. Минус 200. Да. Вот, наверное, как-то так, наверное, у большинства получалось. Сейчас чуть побыстрее бы я шел и попал бы в дырку. Угу. Это не очень хорошо. Поэтому давайте, наверное... Ну, есть что добавить, может, у тебя... Да, не, нет. Ну, в ВК-3 единственное, я могу сказать, что и Роман, кстати говоря, отмечал, что в ВК-3 вот эти вот рампы, это галимый
опять же, дрочь, это надо прямо клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик-клик. Да, вот так вот. Емоду это, конечно, без проблем, а вот простым смертным это было бы очень даже неудобно. Ну, вот это единственное, по идее, мне кажется, это самый рулевой момент. Ролевой. Чем больше мы здесь скорости сохраним после этой рампы, тем, естественно, удачнее будет тайм на второй половине карты. Так что это, наверное, было основное, все-таки основной вот этот рубеж, рампа. Ну а в целом дальше, я думаю, тут все то же самое. Также вы внутри бежали. ГФ, ГФ. Да, ГФ, ГФ. Тут долетали, там падали и фейлили плюс 500, да. Да. Поэтому... тогда давайте перейдем, собственно, к дымулям. Темочки дымули. Так. Я говорю ник, ты тыкаешь-то. Как обычно. Да. Ты готов? Да. Готов ли ты лицезреть 38.4 у хардкора? Конечно. Тогда давай посмотрим. 38.4, хардкор. 7 демок у нас всего, по-моему. 3. Ну, Беатрикс у нас такой макар, не любит тебя в Q3 читать. А для ЦП? Ну так, бляха. Ну... Вот видим мы, что хардкор не запарился особо, еще пешком эту рампу прошел. И вообще, что-то как-то он даже... не особо старается. Вообще. Он, видать, тоже как геймрок, чисто для рейтингов ЦП проходит. Да, он, кстати, плюс 14 получил. Очень быстрая демка. Я даже зевнул под конец. И Ингот Хедхантер, кстати говоря, луганские ребята возвращаются. С возвращением тебя, братишка. Давай, давай, набирай обороты. Если шо, мы всегда тебе поможем, не забывай. Кофеёк? Нет, тебе послышалось. Ага. Проходил по правой стороне старт для лучшего спейсинга. Здесь он на полкарте в дальний угол пошел, чтобы здесь, наверное, как-то получше срезать. Но мне все-таки кажется, что лучше в ближний. Ну, неплохо, неплохо. Нормально. Единственное, как-то бы... типа контроля в самом Цигазе нету. Как-то прям вот он слишком размазанно направлялся, что ли, в эти все, ну, в Цигаз худ. А в целом ГФы вроде даже неплохие. Так прям и не скажешь, что плохо. Ну, в общем, нормально, нормально. Шестое место это в Q3, это нормально. Вообще. Это тебе не 15. Так, СКПЛМН. Кто это? На секунду быстрее. СКПЛМН. Неплохая моделька. Кто это? Ты видишь, как она выглядит? Неплохо. Музу понравится. Как-то двигается вообще странно. Да, мы не хотим бана, поэтому смотреть на нее, конечно же, не будем. Но вот более четкий ГФ, более как-то уверенно себя держит в Цигаз, в рамках Цигаз худо, соответственно, и рекорд немножко получше. Ну как немножко, целая секунда. Так. 28.6. Лунтика. И ребил с КПЛМН на 2 секунды. Лунтик, кстати, красава. Thank you.
чуть не вылетел. Да. Это все, что мы можем сказать по этому поводу. Да. Вроде норм прошел. КФ и там. Вот это все. Ну, вроде да, начал получше вроде как стрейфить в целом, держится в этих, в цигазе теперь держится очень даже хорошо. Только вот, вот эту рампочку, как я отмечал в начале, конечно же, нужно побыстрее. Нюк 25.7, третье место занимает у нас в ИКУ 3, на 3 секунды практически перебивает Лунтика. Модель у нас скилл. Карта из КС. Ну да, неплохо. Это Женюк. Ну. Играл он, кстати говоря, 60 минут почти. Он, случайно, там не на колесико прыгал, а? Не-не-не, на Маус 1, скорее всего. Да. Срезал тут вот это вот... во второй части карты срезал. Там поворот, грубо говоря, из-за этого такой большой отрыв. Ну еще плюсом, конечно, то, что он так пропрыгал эту рампу, это просто нереально, блин, прям ту-ту-ту-ту-ту, так четко и вообще не потерял почти ничего. А как еще 2 секунды, интересно? А вот давай посмотрим. Damned Light 23.8. Очень порадовал нас Damned Light. Красава просто, бронзу забирает. В обоих физиках неплохое место. Да, прям. В обоих физиках, причем постарался вообще красавчик. Сервер тайм минута 40, но не так-то и старался, походу. Так чисто прошел. Не, он там очень много потерял. Да. И в итоге столько же скорости, как и у Нюка. Ну, он дальше, видишь, очень хорошо прыгает. Здесь срезает. И... Нормально, нормально. Все дырочки нивелировал просто и нормально прям попал. Ну блин, вот Нюк так пропрыгал отлично, ему бы пропрыгать и пострефить потом как Кет, судя по всему, и он бы выиграл. Ну я думаю, там Кет на соточку больше сохранит, да и все. Ну давай посмотрим. 23-3, Кет из Венгры. Венгры. Будапешт. Да. Сервер тайм у Кета 68 минут. Все трясется, все дрожит. Прыгал по дальней рампе справа, чтобы здесь больше сохранить. Ага. Ну, сохранил 700 с рампы, в принципе. И не сбрасывал под конец. Опа, опа, а как это у него так? Он нажал килл, а демка продолжил. А бывает такое. Это какие-то настроечки там. Очень старый движок, наверное, какой-то. Ну... Где-то можно было вычислить, какой у него движ? Через что он играет, но я не помню, где. Я тоже что-то где-то. По-моему, в инфо каком-то. Только мои спеки пишет. NVIDIA. Вот. Ну ладно. Ладно. Помню. Кет в любом случае красава. Опа! Как-то он там писал. Да. В общем, Кет красава. И перейдем к CPM. Так, ZQN. Последнее место. Играл, по-моему, он говорил, без мышки. Значит, прошел просто пешком. 45.7. Ну, ZQN, такими темпами ты не сможешь быть местью Киди, понимаешь? Ну... Я бы дал за оригинальность приз. А теперь, кстати говоря, мы можем давать за оригинальность приз. У нас теперь все есть. Да, походу реально играл без мышки. Лол, еще как-то идет. Еще застрейфил так, лол. Да-да-да, 600 упсов вообще. А, да. Давай. А к чему? Блин, мог еще снять. Бля, скин. Чего, если ГФ там не сделал? Потерял много. Ой, как много. О, смотри, как циркл сделал в конце.
Красава, Закен. Неплохо вообще, быстро там как получилось. Да уж, Сенат на 20 секунд быстрее, 23, если быть точным. Это у нас тоже новичок, как и Закен, судя по всему. Так что давайте посмотрим, давайте поглядим. Scottish Existence. Да. С моим конфигом бегает Сенат. Ага. Ну слушай, в 2-2 попал, типа, да? Ну, смотри, видел, как он так технично, типа, соскользнул и на рампу? Да. А сколько ты сервитайм 49 минут? Хм. Ну, типа, получается, по идее, очень даже неплохо. Он комбинирует и поворачивает, и набирает. Я думаю, если ему еще постараться немножко лучше, потом еще месяцок, там второй годик, вот это вот, то очень даже круто будет получаться. Но пока что начало реально видно, что играет очень даже неплохо для новичка. Headhunter перебил его на 4 секунды. Из Луганска. Будем надеяться, что луганские ребята в этот раз нам не будут угрожать, как в тот самый раз, не помню, на каком варкапе это было, но угрожали нам луганские тут. 7 минут сервер тайм. Кутришный циркл. На 900, ой, на 490. Да. Ну, здесь, конечно, почетче застрейфил. За счет этого получился такой тайм, но... Точнее, не то чтобы почетче застрейфил, а больше получалось сохранять на поворотах. Поэтому такой отрыв. А вот если бы Headhunter еще и набирал скорость ко всему этому, а набирал, но ее очень мало, то, конечно же, мог бы перебить и Булку или Вилку, кто это, который сделал у нас 26. Вулка. 1.2. Отжрал. На самом деле круто, что столько демок. Давно столько демок не было у нас. 26. Неплохой серкал. Опять же, по правой стороне он идет. 2-2. Отрисется. Кнопка вперед, кстати, поворачивает. И вот боковую здесь повернул. И обратно много скорости очень срезал себе 300 упс. Да, и куда-то вообще влево улетел. Как-то понесло, да, видать, это морской ветерок. Ну, видать, там что-то глаза закрыл от страха. Искал финиш на ощупь. Может быть. И буквально чуть-чуть на 48. Я посчитал. Неплохо. Перебил его 9UA9B. Это какой-то пароль, видимо, от кредитной карточки. Давайте посмотрим. А кто это? Это он и есть. 9UA9B. Да. Ну, движения плавные. Сенс, скорее всего, низкий. Конфиг зерга. Может, и в Москве играет? Возможно. Да, ну прошел просто за счет того. Тайм такой получился за счет того, что очень чистенько все получилось. Очень чисто все пробежал. Где-то, ну, в лишних местах нигде скорость не потерял. А в целом, конечно, надо стараться лучше, потому что мировой рекорд на 4-5 секунд быстрее. Аксос. Турция. Великий маппер, который нам сделал очень классные карты на дуэльном турнире, который выиграл, кстати говоря, в номинации «Лучшая карта дуэльного турнира», получил процент и пожертвовал его обратно на призовой фонд дуэльного турнира следующего. Ух. Эх, рампу не перелетел. Да. Но здесь вот он... Зато он другую упал. Да. Но здесь он набирал
по крайней мере, больше скорости. О, там финиш так растянут. Беатрикс поднялся просто. Да, сразу стал таким прям норм-маппером. Растянул финиш, хотя там, наоборот, не надо было растягивать финиш. Ладно. Ну, как по мне. Конечно, маппер, полный маппер, делает сам, что хочет на своей карте. А вот откуда ты знаешь, вдруг он все текстурки, вот он вот специально вот так сделал. Стиль у него такой, вот что ты ему скажешь? Ага. Я скажу, что у него плохой стиль. Плюс 40 сделал Серг Гикус из Белоруссии, непонятно кто это. Но перебил он Акса. Понятно, сейчас узнаем, кто это. Сейчас узнаем, сейчас. Кто у нас из Белоруссии? Так, Столфер. Кто еще? Овчара. Овчара. Это Овчара, по-любому. Сервер Ван. 14 минут сервер тайм. Тоже рампу не перелетел. Сенс, по правой стороне. Сенс, кстати, очень резкий такой. Ну, твоя школа, чё. Сервер-то Ван. Зик. Какой-то. Это Зик. Зик. Что-то знакомое, да? Зик, да, что-то знакомое на самом деле. Ну ладно. Ну, сенс очень резкий. Опять же, нигде не терял. Но нигде и не набирал. Такие делишки. Надо набирать на протяжении всей карты. Нужно пытаться набирать максимально во всех местах скорость. V-Vail. На соточку быстрее, чем Сергикус. Это какое-то как будто греческого происхождения Сергикус. Ну, короче, Зик. Зик, да. Просто Зик. Твоя моделька, по-моему. В смысле, моя Дум? Ну, типа, Дум и Бомис. Не знаю. Сервер тайм 30 минут. Тоже не перелетел, Ром. И вторую перелетел. Эх. Эх, Вивейл. Валя, Валя. Валя. А вдруг Валентин, действительно. Валентин. Ну. Напиши нам в комментариях, как тебя зовут, и мы будем обращаться к тебе по имени. Может быть, а может быть и нет. Смотря как напишешь. Напишешь смешно, будем. Напишешь не смешно, будем. В общем, шо по стрейфу, есть что сказать? Есть, что бы ты порекомендовал? Нет. Стараться лучше, чем, как всегда. Окей. Криворуков. На... Какой Криворуков? Какой? Прокипов который. Из которой... Из Country Hero. Country Hero. 19.9 перебил Сергикуса на... Ой, Вейла на 200. Вейл, Валли. Ооо, Приджумп. Приджумп. Только вот... На выходе, да, на выходе, конечно, скорости не так много, но все равно молодец, молодец. И рампу тоже не перелетел, а что такое? 83 минуты сервер тайм. Жесткий. О, предпоследний бат не завязал, просто сразу его перелетел, нормально. Да, ну нормально, то, опять же, набрал на старте скорость просто и потом ее сохранил. Ну и набирал, естественно, немножко за счет поворотов и так далее. Да, 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 неплохо, неплохо. Так, с большим отрывом 700 Криворуков из Эстонии. 19.2. Что нам покажет Криворуковы на этот раз? Криворуковы. Сервер Хи. 24 сервер тайм. Как-то у него демка странно началась, хз. Без телепорта вот этого вот, без свечи. Походу... Таких ротов даже у тебя не было, понял? Я думал об этом, но типа это сложно. Но ты не на тех скоростях. Ну вот это очень классно, кстати. Он прямо срезал всю яму и отлично потом финишировал, еще потом на рампу, по-моему, упал. Ну круто, круто, круто. Просто взял и зарешал. Нюк 19.1 на соточку. Практически на 60 перебил. Своего эстонского коллегу. Так, неплохой серкл. Как-то не странно, из полпада начинает серкл зачем-то делать. Угу. Типа, рампу не перелетел. Вообще. На рампу зато другую упал. Да,
по длинной траектории пошел в конце. Еле долетелось. Ну, вытащил только за счет того, что больше скорости набирал. Как-то почетче немножко стрейфил. Это единственное, что его спасло в данной ситуации. А так бы Криворуков, конечно, должен был забирать это волшебное... какое место? Волшебное 16-е место для себя. А далее у нас Лоли Пополиниус. Да, Россия СПБ. Плюс 200 дел от Нюка. Player name такой. First week workup. Типа первый раз. Да. 5 минут сервер тайм, оно и видно. Моделька зерговская. Конфиг зерговский. А зачем облетали? Блин, там же можно, если вот на этот пад попадаешь. Ну страшно им, типа. Что ты прыгаешь? Так что страшно, там же ничего не надо делать, прыгай прямо и все, там долетается. Чё? Это вот ты вот сидишь такой, тут это, уже полностью погружен в дифраг, а они вот первая неделя не видят ничего. Чё пристал к ним? Так я же говорю, чтобы видели, что вот, чувак, посмотри, ты мог вот здесь срезать и сделать больше на 100. Он такой, о, точно, в следующий раз буду внимательней. Правильно? Правильно. Такой добрый мир вообще. 18 на 888. Почему на, не знаю. Лунтик на соточку перебил практически на, ну, на 60, прям на 50 Лоли Пополиниуса. Лунтек просто чудо. Делает вообще чудеса, творит, особенно на прошлом варкапе. Обязательно посмотрите, кто не видел. А какой был прошлый варкап? Абидос. Перелетел он, перелетел, понимаешь? Рампу И на рампу попал. И по длинной пошел. Ну там по спейсингу не выходило. Нормально, всего плюс 3.8 надо до река было Лунтику, нормально. Хорошо застрейфил, единственное, можно было как-то чуть четче, если бы поворачивал на некоторых моментах, он бы сохранил больше скорости, у него бы был бы тайм гораздо лучше, и он бы сервус-кода перебил, который сделал 18.792, тоже, по-моему, первый раз отослал, он даже в комментариях писал, что первый раз отослал, это очень-очень приятно, приветики, сервус-код, па. Ну-ка, что сделал сервис? Ой, какое-то неожиданное начало у него. Сервис. Как-то да, он так подошел, с краешка сделал. Как чпок так сразу и цирк вообще. И пошел, смотри, 40 минут. Да. Как много скорости вообще-то набрал. И даблджамп хороший был. 300 вообще. Вообще. И здесь... И поднабрал. Блин, зачем? Зачем по длинной? Зачем? Там же прямо по спейсингу четко, иди прямо, тебе прямо сама карта говорит, прямо иди. А он взял такой, еще, по-моему, прикинь, развернулся, добежал до старта и обратно такой на финиш. Типа, не знаю. Да, неплохо. Ну, что неплохо, реально нормально, сервус, давай, старайся лучше, отсылай нам почаще демки, не ссы, никто тебя здесь не обидит, если только я. 17.9, да? Так, 12.6. Так, 17.9. Кипиш. Из Челябы. На секундочку, почти перебил. С большим отрывом, кстати говоря. Почти сека, это очень даже много. По дальней начинал. В зоны вообще почти не попадал. Неплохой дополнил. Зато джон. Рампу перелетел, между прочим. Да, рампу перелетел. На рампу. 1400 и прямо. Так, вообще. Там он вообще в какие-то уголочки прыгнул в конце. Он вообще в воздух прыгнул. А вдруг там клип в натуре? Если там клип, это, конечно, уважуха Беатриксу, но все равно такой кривой скайбокс делать не нужно. Так, 17.0, хардкор, прям вот две демки, у нас и отрыв почти по секунде,
17.0 сделал хардкор на 900 быстрее, чем Кипиш. Ну, Кипиш очень хорошо застрейфил, хороший даблджамп получился. Еще и на рампу потом по спейсингу себе. Ой, я думал, что задом будет прыгать. Так, рампу перелетел. Тоже по спейсингу себе подруливал под рампу. Но... Как-то даже не знаю, типа вот 900, да, а как будто бы Кипиш быстрее все равно прошел. Почему так кажется? Ну ладно. Так, 16.6. Да. А Венгер, он же Роди, он же ЕС Роди, он же советский дефрагер. На 400 перебил хардкора. Прыгал на одном сервере с Тимати, между прочим. Тимати, это тебе не хухры-мухры. Да, и прыгал он 1455 минут. Неплохо. Вот он, король сервер тайм. Да. Ну почти, почти. И прямо. Нет. Да. Примерно так. Ну 19-й, неплохо. Неплохо, да. Ну 16.6 уже нормально. Он бы даже еще лучше гораздо сделал, если бы во все зоны, которые хотел, попал. А так он везде по чуть-чуть прям набрал. Не очень хорошо заснапил, но тем не менее пройдено неплохо. Так, 16.4. Барсик из Украины. Кто такой Барсик, мы по-прежнему не знаем. Плюс сотку сделал от Авенгера. Не Авенгера, а Эвенджера. Авенгер — это у нас другой человек. Да. Играл Барсик с Икарусом. Играли они 101 минуту. И вот первый, кстати, человек, который срезал у нас на старте так. Потом отлично даже заснапил. Хорошо поворачивал. На рампу не попадал. И просто, в общем-то, на характере такое хопа-хопа. Уничтожил карту просто. Просто взял и уничтожил в натуре. Так. А кто такой Барсик, мы по-прежнему не знаем, кстати. Да. Warbeat или Warbeat из Франции. Это у нас Шарлон Танк. На 400 перебил Барсика. О, приджамп вообще хорошо заиспользовал. Да, очень круто стрейфит. Но все равно минус 100 каким-то образом. Вроде так хорошо было. По прямой! Ну, бля. Никто пока еще по прямой не пошел. Никто. Но Шарлон неплохо, очень даже неплохо прошел. Красава, красава. Так. Сити Хабиб из Румынии. Какой Сити? Какой? Да, Сити, Сити, да. Че ты мне из Румынии? Это вэш мне. Из Румынии, Сити, который на соточку сделал. Сейчас Сити покажет скиллуху. Смотри, это же Антет, это же наш кореш. Это вообще доллар Ити. Так, старт срезал. Отличный снайпинг. Неплохо. Хороший даблджамп. 1200 после даблджампа. Yeah. Спейсик подрадивал на рампу, наверное, yeah. Но нет. Mm-hmm. Прямо, mm-hmm. Вот он! Вот! Плюс сотка в конце от меня, что? А, лох! Вот ты как! А, лошара! Али, мне показалось, подожди, дай-ка я пересмотрю. Ща. Я быстро. Ну-ка. Вот, уже запустилось практически, вот. Уже близко. Регистринг, клиент. Машинган за руку загрузился. Все, я там скинул. Пятый там скинул. Второй, точнее. Посмотрел, случайно пропустил еще раз. Сейчас, подожди еще. Сейчас, смотрю последнее. Так. В натуре плюс 100. Как так? Лол. Так это оффлайн же. А, тогда похуй. Acid Kisses на 200 перебил Сити Хабита, он же Ацит. А, давайте посмотрим. Сити Хабит? Да. Сити Хацит. Интересная теория. Играл... Таймскейлинг!
440 это... минут он играл. Таймскейлом. Таймскейл 2 подрубил тебя. Говорит, смотрите, я король сервер таймов. Но нет, у нас король сервер таймов это вроде. Да. 1500, неплохо, 1600 в конце. 1666. Ну, очень классно застрейфил. Прямо вообще мне понравилось. Чистенько. Единственное, он шел почему-то по дальней стороне, огибал там на центре. Но все равно неплохо. Ну, мы с утра просто немножко. Да. Ага, конечно. Да, сколько времени у него? 4 часа. Вот, прям утра. С утра сразу. Проснулись, как эти трудяги вообще. Так, Торнер на 20-30 перебил Ацида. Давайте посмотрим. И один в один с Торнером пришел Икарус потом. Да. Давайте разберем, где лучше, а где хуже. Так, фриджамп неплохой. Тоже по дальней стороне здесь прыгал. Ну, по внешней, так скажем. Угу. Застрейфил неплохо. Неплохой снаппинг. Да, снаппинг очень даже хороший. Вот, блин. Вот если бы он сделал нару фриджамп такой, и постарался бы еще лучше, он бы вообще там меня бы перебил. Тебя бы, наверное, вообще. Да, он бы все, он и бы опять... все плюсом сделал. Офлайн. Ну и Икарус, давайте посмотрим на Икаруса. Что он сделал, где он был лучше, а где похуже. Но у Торнера вообще отличный снаппинг он показал. И единственное, как-то по зонам везде чуть-чуть не дожимал. Икарус у нас прыгал, срезая старт. Вообще почти не снапил, но при этом 1200. Папа, что? А как? Почему так? Очень странно. Это читы какие-то. Он, короче, замедлил таймер и пришел в наравне с турниром. Как-то странно это все. Да и Карс какой-то вообще странный чел. Что-то как-то вообще... Какой-то вообще мутный, да? Надо забанить его, короче. Не понимаю, что я его... Вообще. Damned Light, третье место. Пришли мы к топ-3 игрокам. Поздравляем, Damned, красава, в обоих физиках нарулил. Да. Неплохо прижам с другой стороны. Ой. Тоже срезал. Снаппинг центр. Неплохой. Снаппинг хороший. Плюс 72 на первом. Плюс 24. Лол. Минус 100. Минус 200. Минус 500. Минус 600. Минус 900. Ну, прошел нормально. Вообще, старт вообще хорош. Красавчик. Так. Тутти-фрутти, второе место, поздравляем тебя, Димон! Димон, второе место, 15-1, очень уж он старался, я прям видел, я почти смотрел даже, как он прыгал. Конечно. Конюшня это. 15-1. Плохой приджамп. Не спойлери. Не, кстати, хороший приджамп. И снаппинг хороший. И потом очень хорошо застрейфил. Одну зону не попал. И на рампу попал. Заскочил. И прямо потом нормально набрал. Вообще нормально. Вообще очень даже хорошо застрейфил. Не знаю, что ты как этот. Нормально, прям четко же застрелил. Да блин, там три. Вы посмотрите, там топ на карте. Там дядя Женя. Там Анх. Там, по-моему... этот Хейдос. Там еще Индера для полной этой не хватает, для полной картины. Вообще нормально, третье место среди таких стрейферов это очень круто. Ну и первое место, естественно. Не естественно, но я старался, конечно. Естественно, это я первое место. Кто же еще? На секунду Дексом стал. Ну, не естественно, ну короче. Я запустил. 14.8, да. Я старался, у нас была война с дядей Женей. Естественно, я горжусь этой демкой. Угу. Побил человека, который вот недавно вернул. Ублюдок. Плюс 48 на первом чеке от меня. Плюс 112. Рот мне ноги. Плюс 200. Ну это читы, конечно, да. Да.
Такие вот. На 32 перебил. Да, я думаю, можно еще, я там не, в одну зону не попал, видел на цену? Ну. Можно еще, 14.7 нужно. Если дядя Женя придет, перебьет. Давай, давай. Я знаю, где взять. Так, давайте я вам покажу. Провизер. В таймскейле, думаю, не будем смотреть. Вот у нас варкап, который закончился. Здесь вы можете написать комментарий, посмотреть демки, кто сколько получил рейтинга. И, кстати, в Экутри никто минус не получил, а вот в ЦПМ Роди минус 3 и ZQN минус 41. ZQN, потому что у него не было мышки, а Роди, видимо, потому что не дожал. И я почти догоняю Димона тут. У нас по 2000 рейтинга. Я буду скоро, лидером в ТЦПМ. Ура! А потом за ВК3 возьмусь. На своем же сайте. Это нет, это нос во сайт, не надо мне тут. Да, типа да, мне подкручивает нос, я его прошу, слушай, накинь там 3 рейтинга еще, плес, типа. Да-да-да. Ну так все происходит у нас, да, конечно, да, внутренней кухне. Здесь вы можете написать, естественно, комментарий, я его по всем канонам давайте напишу тоже. Ну и, в общем-то, все. Всем спасибо. Следующая карта у нас, к слову, Вура Ран 02. Карта не самая приятная в плане геометрии, но достаточно прикольная, если ее пытаться проходить быстро. Я думаю, что, опять же, на нее пришлю демку, я очень на это надеюсь. Ты, Димон, будешь ее играть? Конечно, нет. Ну поиграй, ну блин, давай войну устроим, ну, в ЦПМ рейтинге. Что? Давай войну не на этой. Давай на этой. Да не. А с кем мне? С Аркой, который там забил уже воевать? Ну да, чё. Ну ладно, разберемся. Напишешь потом в личку Арке, типа, я тебя там перебил. Да. Окей, здесь вы тоже можете написать какой-либо комментарий. Ну и, собственно... Все, играйте, присылайте карту, присылайте демки, присылайте карты тоже, почему бы и нет, пишите в личку какие-то карты интересные, которые хотели бы поиграть на варкапе. Мы ваши все предложения рассмотрим. В общем-то, все, ребят, всем спасибо, всем всего доброго, пишите комментарии, старайтесь лучше, всем пока. Всем пока, да.